Всех витаю, дорогие мои друзья. Смотрите, что мама мне подарила. Это его, Ева сделала, да, вишенки. Давай покажем бусинки. Иди сюда. Ой, смотрите, пингвинчики. Пингвинчики, да, здесь. Давай хорошенько покажем, как тебе Ева бусики сделала с вишенками. Вот так. Да. А платьишко какое у Веронички сегодня. Да. Давай вот сюда стань, покрутись трошки. О, покрутилась. Ой, какая красуня в сарафан. А мама... Не может выдержать, когда руки чуть-чуть грязные. Неправда, я не такая. Такая. Подивіться, що там. Не такая? Мама не такая? У мене Єва пісок їла в 2 роки з площадки. Бо їй так захотілося. Да. А Єва вон там сидить. Ніка, йди сюди. Мороженое доїдає. Ніка, йди до мене. В тіньочки. А ви вже своє з'їли. Да, мы уже свое съели. Вот коробочка, коробочка была вот такая. Такое мороженое вот съели мы. Ой, прохладно. А вообще жарко, конечно. Ой, вот. Настя, мы сегодня куда-то пойдем вечером гулять? Не знаю. Не знаешь? Смотрите, как здесь одеваются люди. И цвет волос какой. Настя затарилась продуктами, вон, смотрите, сверху, снизу, персики, фарш, зелень, капуста, все, что там, мясо. О, пингвинчики, да. Бабусі змусили знову потринкати гроші. Ну, смотрите, Веронички, какой красивый. Какая красивая футболочка у Веронички, да? Да. Стой спокойно. Штаны. Це Марк Штанишки, Спенсер. Да. За 49 крон. 49 крон. Очень дешево, да. Было 400, стало 49 Кармали. Крон. Угу. Ну, такие штанишки, смотрите, какие мягенькие они, вот как у бабушки Тани. Ой, осторожно. Евина, покажи. Опа. А Еве такое платьишко красивое, смотрите. Ну, даже тебе почти как раз. Ой, Вероника, что ж ты прыгаешь-то? А вон Ева. Ев, покажи сюда костюм свой. Ева не топик. Топики Евина. Трусы купили, тоже. Теперь топики. Ты Ев. Ева, покажи свой костюм. Сейчас он объедет. Ага. Покажи свой костюм. А шляпа. Жар, а шляпа. Вот костюмчик мне нравится, так нравится. А ще я себе сукню. Мене змусили. Ага. А в прошлый раз мы не показали, что ты купила. Ну ладно. Что ты там, шорты купила себе? Ой, слушай, вот это сарафан легкий-легкий. Бабушка Таня присмотрела. Да. Бабушка Таня присмотрела и говорит... Обязательно купи. Настя сегодня зашла, точно, легкая такой. Ты будешь не спускаться, нет? Ты будешь не спускаться? Да. Всех витаю, дорогие мои друзья. Вечером вышли погулять. С Вероничкой и с Евой. А здесь видели, фортепиано висит. Идем на площадку детскую. Знаете, как всегда, детки начинают сразу же тут гонять. Ой, осторожно, Вероничка. Посмотрите, уже футболку Вероничка одела новую. Иди сюда, покажи. Подожди, давай покажи свою футболочку. О, видите, на футболочке. Видите, какая футболочка. Вон пианино это висит. Все, хватит. Уже у нас закроется, мы вышли поздно, поэтому может закрыться площадка детская. Пошли. Ева, пошли. О, да. Сейчас еще вам интересное покажем. Вот видите, это маленькая группа туристическая. Рассматривает вот коня.
перевернутого. Так интересно. Здесь можно идти. Не-не-не-не, я держу. Вместе пойдем. Я сейчас только покажу. Вот у Ева. Ну даже ж показать людям мне. Стой. Вот, видите, конь такой висит с языком высунутым. Туристы. Все, бежим. Хоп. Сейчас я отпущу ее на возле детской площадки. Тогда там набегаетесь сколько хотите. Здесь и дождь, снег, можно идти вот по этой улице, где не. Ладно, отпускай. Вот. 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 Так, я так чувствую, что мы до детской площадки не дойдем. Или она закроется. Здесь площадки закрываются. Тихо. Пошли. Давай. О, здесь солнышко светит. Сегодня, кстати, жара тоже была. Это мы после обеда дома просидели. Да, пошли, солнышко светит. А здесь вот обувь красивую всегда продают. Я здесь испанские босоножки купила себе. Вероника уже привыкла здесь в кафе ходить. Уже бегом раз и села. Она сидит и ждет мороженое, понимаешь? Смотри, в кафе. Ева, смотри, ты прячешься, она села и сидит. Ждет мороженое. Ева говорит, садись сюда. Нет, сейчас закроют уже детскую площадку. Надо уже бежать. Пошли. Угу, пошли. Так. Да. Все. Пришли уже, считай. Все, убежим на детскую площадку. Да. О-о-о. Все. Побежали. Она может через полчаса закрыться, эта площадка. Хоть вытерла экран, чуть стало. Или это солнце так светит, я не могу понять. А здесь так зелено, смотрите. О, они уже на детской площадке. А, уже они. О, фонтанчик до сих пор. Ева, ты ж пить хотела. Ева, пахнет лавандой. Что вытворяют эти взрослые тетки? Смотри. Пахнет лавандой. Ой, вообще сидишь и пахнет лавандой. Вероника здесь, Ева вот там. Он висит. Да. Аккуратно. Подзорную трубу смотрит. Уже стало людей меньше, сейчас уже будет закрываться. Но обычно приходит сторож и говорит, я буду закрывать. И люди уходят, а можно дальше сидеть. Всем привет! Сегодня мы вас витаем на украинской песне «Гей, гей, соколи». Ю-ху! Гей, десь там, де чорні води, сів на коня, как молоди, плаче молода дівчина. Іди, пару! Гей, 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 соколи! Не слышно вас? Hey, 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 соколи, а мене.
еще эти вот. У них своя дискотека там. А у вас своя, вон уже фонари включили, надо идти уже домой. Идем домой уже. Вон фонари везде включили. Хотя не закрывать сегодня сад. Посмотрите, как я прыгаю. Ух ты! Ух ты! Вероника, ты упадешь! Побежал. Ага. О, побежала в ту сторону. Пришли с утра вот погулять. На детскую площадку. Видите, какой здесь батут есть для маленьких деточек. Вон Вероничка прыгает. Ух! А Ева, о! Вот им где надо. Вчера вечером как наскакались, напрыгались, набегались. Самое главное там во францисканском саде. Что спали? Бабушка Таня вот с нами тоже. А там на солнышке не горячо? Ева, на солнышке не горячо там? Ева, тут тебе подружка фламинго еще одна. Ну такая же самая, как у тебя. Давай бегом на в тенечек, давай, опа. Давай в тени. Ух ты. Осторожно. Осторожно, она рядом с тобой. Опа, и чуть не свалила. Чуть-чуть друг от друга отойдите. А то бы тут здоровый уже все заправил. Нет, встань. Встань. И падай, просто падай. Нет, не Да она маленькая, она не знает как. Опа, опа. Дивлюсь, дивлюсь, давай. Опа. Ух ты. Да, так детям нравится батут. Ага. Я в прошлом году, по-моему, делала обзор этой детской площадки. Только тогда не было батута, а сейчас прекрасно. Там был другой батут, вот там на дивы летел, да? И он... Его нема, его сдувать, он что-то поломался. А, вот здесь тенечек, а с той стороны уже солнце. Вот плохо, что здесь нет скамейки. Вот если бы здесь, мало здесь... Скамейки, все на солнце. Все на солнце, да. Оп, 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 ой, 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 Ева, осторожно. Давай. Обучающий мастер-класс. Вот как надо высоко прыгать. Ах, солнце вышло. Вероника, а ты что, не покажешь мастер-класс, как надо высоко прыгать? Видите, надо обувь надо снимать. Вон значок даже висит. Что надо снимать обувь. Давай. Ой-ой-ой, она возле тебя. Ух ты! Не так, не так. Не так? Давай. Стрибай. Ух ты! Давай. Давай. Ух ты! А кто это за лягушонок? Старовину, цю башню зроблено все-таки, ну, це ж не старий. Нет, это новый майданчик, да. Новый, вон, смотрите. Недавно сделан. Да, а мне нравится вот, вот смотрите, еще досочка, можно малювать. Кто любит рисовать, тот и рисует.
А Даніка? Вона з тої сторони сидить. Такі вони тобі кранчик відкрили, налили, ти, який яблучний, сливовий, чи який береза.